Виктор Толоконский провел встречу с представителями регионального отделения Всероссийского общества «Трудовая доблесть». Вместе с главой региона они затронули самые разные темы. Например, говорили о воспитательной работе со школьниками, о популяризации образа трудового человека, об издании книги, о краевых тружениках тыла и героях Великой Отечественной войны. Также коснулись вопроса о выделении земельных участков в пригороде Красноярска ветеранам труда. Участники встречи попросили Виктора Толоконского посодействовать в формировании волонтерских отрядов, которые займутся постоянной помощью пенсионерам в отдаленных поселениях края. Работа по этим обращениям, по словам губернатора, начнется в самое ближайшее время. Мне очень важно, чтобы были созданы все условия, чтобы вы могли чаще встречаться с молодежью, бывать в музеях, бывать в школах, бывать в техникумах, в университетах, чтобы молодые поколения, молодые красноярцы помнили это все. Взаимопонимание нашли с губернатором во всех тех вопросах, которые стоят задачи перед городом, значит, перед краем, перед нами, героями. А это нам большая поддержка, это для нас большое направление. Ну и они хотят знать, чтобы мы... Просят нас что-то сделать, в каком направлении, куда направить свои силы, как сделать, чтобы лучше вместе совместно работать.